2340 долларов продажи за сегодня. Знаешь, сколько этих грёбаных столиков я обслужила и вытерла? А я обжёгся и порезался. Не для этого я пошёл в копы. Здесь действительно опасно. Зло пахло жареным. Сборы 125 миллионов долларов. Больше только у паразитов. Отставить панику. Возьмите себя в руки, орлы. Нежные курочки, приветствую вас. На вынос или доставка? А, дракон! Пятеро копов-неудачников. Извините, вы доставляете заказы в тот дом? Это наш единственный источник дохода. Должны ликвидировать наркоимперию. Я покупаю ваш бизнес. Заткнись, мы на задании. Но вместо этого... Я ее муж. Да, детка? Она сказала, что замужем за ним. Он тоже. О, как это по-шведски. Они создали идеальный ресторан. Ведем себя тихо, делаем вид, что работаем. Почему так вкусно? Это просто оргазм во рту и столько бабок. Дела идут слишком хорошо, это ужасно! Арестовать их! Работаем слаженно, пленных не берем. А вы что за клоуны? Мед в каждый дом, вот мой девиз. Жареные курочки в каждый дом, а это наш девиз. Я сейчас не коп. Тогда кто? Кто ты? Тот, кто идеально поджарит твои яйца. Экстремальная работа. Смываемся, полиция! О, ты что, Спайдермен? Ты арестован. И дай мне руку, пожалуйста. Держи.